Такая газовая пушка гигант GH15FD для отопления гаража с автоматическим поджигом по температуре. Вот эта температура, которая сейчас в гараже 0 градусов, это регулировка, мы настраиваем температуру, при которой она будет сама включаться. Так. Открываем газ. Нажимаем клавишу вверх, у нас включается только один вентилятор. Замерим вращение подачи воздуха, с какой скоростью движется. 0,2 метра в секунду. То есть работает она тихо, не шумно. Для того, чтобы ее включить, необходимо перевести в среднем положение, она выключена. Необходимо включить второе положение. Вот температура показана, при которой она будет включаться. Сейчас мы настроим ее на 9 градусов. Включилась, работает пьезоэлемент, пушка заработала. Температура в помещении начинает повышаться, когда она достигнет. Сейчас настроим ее. Самая минимальная температура 5 градусов. Когда достигнет 5 градусов, она автоматически отключится. Характеристики. Вот ее. Мощность 15 киловатт, расход топлива 1 литр в час. Ждем, пока нагреется. Преимущество данной пушки то, что газ стоит недорого по сравнению с дизельным отопителем, китайским отопителем типа Вебаста. Также работает она тише, чем китайский отопитель, от которого шума намного больше. Но минус то, что выхлопные газы все идут напрямую. Отапливает помещение она быстрее, чем китайская Вебаста. Так вот, температура уже 4 градуса. Ждем отключения при 5 градусах. Так вот, температура 5 градусов. Когда она повысится на 1 градус, она отключится. Вот, достигла температура 6 градусов. Она выключилась. Вентилятор какое-то время еще крутит, для того, чтобы пушка остыла. При температуре в 4 градуса пушка опять включится, когда температура опустится до 4 градусов. Вот она полностью выключилась, когда пушка остыла. Теперь ждем, когда она сама включится. Так вот, температура достигла 4 градусов, пушка включилась. Сейчас начнется у нее поджиг. Пушка опять заработала, опять начала греть. Для того, чтобы ее выключить,
среднее положение, она отключается. Какое-то время работает вентилятор для того, чтобы пушка остыла. Также у меня есть вот такой китайский отопитель. Сделал здесь выхлоп, здесь блок управления и включение-выключение. А сам отопитель вынес в другое помещение, так как работать с ним, если он на полную мощность включен, то как бы голова начнет болеть от шума, который он создает. Так более-менее комфортно. Какие у него есть плюсы? То, что он работает на солярке, но солярка, опять же, не дешевая. Можно завести с пульта. Помещение обогревает вот это вот. Выхлоп у меня сделан сразу на улицу, без всяких батарей. Вот это помещение нагревает. Тоже он очень долго по сравнению с газовой пушкой. Газовая пушка за несколько минут. А вибасте надо, наверное, часа два, чтобы здесь была плюсовая температура, комфортно нагреть вот это помещение 20 квадратов.